наши инструкторы опытные, мы пытаемся перенести свои знания и опыт для мобилизованных, чтобы в реальных боевых условиях им это пригодилось и сохранило им жизнь. 7:30 до 2 на полигоне стрельбы, обслуживание танков с пулеметом, со штатки. Стреляем постоянно. Мечами всем обеспечили, броней, оружием, все выдали. Я пришел сюда не за деньгами, а защищать своих родину и своих близких.